Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 27 сентября 2022 года. У нас в Ленобласти отличная погода. Наши малыши вышли на прогулку. Я хотела показать щенков чихуа, готовых к продаже. Вот, например, Феликс Фаберже. Если не купите, я его себе оставлю. Ну, просто бесподобный парень. И с нами вышел погулять его братик. Вот он, Федерико Феллини. Давно мы его не показывали. Так, пока ребята делают свои дела, какают, писают. Дождя у нас нет, вышли вот проветриться. Да. Так, вот эта красота в продаже. Некрупный парень, шикарный парень. Просто сказка. Так, ну, покакал его братик сейчас. Сейчас придет его Федерико Феллини. Обратите внимание, парень полностью готов к продаже. Меня ежедневно спрашивают о щеночках, которые нахуй. Вот он несется, Федерико Феллини покакал. Вот брат Феликса. Посмотрите, какой парень. Класснючий, красивущий. Вот два брата полностью готовы к продаже. Меня ежедневно спрашивают о детках, которые у нас пока не полностью привитые, не полностью готовы к продаже. А у нас есть дети, которые вот уже и писают на улице, и какают на улице, и все карантины прошли. И просто мы не успеваем ежедневно показывать всех подряд. Слишком много у нас дел ежедневно. Не все успеваем. Мы живем в Ленинградской области, далеко от Санкт-Петербурга. У нас очень низкая скорость загрузки интернета, поэтому сколько могу, видео столько и снимаю и опубликовываю. В последние недели сентября у нас была вообще не ахти себе какая погодка, были дожди. Ну и, собственно, таких ребята выбегали на улицу, писали, какали, убегали. Поэтому, собственно, почему сегодня хотела сделать акцент на Феликсе и Федерико? Потому что эти парни уже достигли такого возраста, в котором понятен окончательный вес и размер собачки. Сегодня были выселены из ясельной комнаты наши Доминошка и Семен, которые находятся в резерве. Они больше по размеру, хотя им не исполнилось еще и 3 месяцев, но они крупные. Почему, собственно, продавались подешевле? И они, так скажем, маленьких наших вот в ясельной комнате, щенки разного возраста и разного веса и размера. Есть миники. Зеона у нас оттекла вот после родов. Отсидела, откарантинилась. Сейчас вот выпустили, течка прошла, но запах остался. Мальчики ее сопровождают. Так, вот наш Феликс Фаберже и Триша. Триша. Вот абсолютно неконфликтный парень, мог бы и ответить, в принципе, но не стал. Вот молодец, потому что, да. И я хотела сказать о том, что Доминошка и Семен у нас уже гораздо больше наших щеночков, которым не исполнилось 3 месяца. А эти парнишки больше не вырастут. Вот такие вот малышульки. Не крупные, но при этом с хорошим крепким костячком, широкогрудые, настоящие чихуашки. Поэтому обратите внимание, есть индивидуальные видео Феликса и Федерико, когда мы их делали около смородины на столе, там крупно, все подробно. Просто, ну, не ежедневно, но, ребят, ну, нереально ежедневно всех-всех-всех показывать, рассказывать в индивидуальных, скажем так, видео. Много растущих щенков, вот все не хватает то времени, то погоды, потому что в комнате снимать освещение не позволяет, ну, скажем, некачественные получаются и фото, и видео. На улице то дождь, то еще что-то, то есть опять ничего у нас. Вот папочка, пожалуйста, Федерико и Феликс, это наш Тони. В этом году очень много щенков. Тони в этом году вяжется первый раз. Имеет диплом по психике, по проверке. Тест на психику прошел. Так, ну тут бабушки, прабабушки, прадедушки. Все наши собачки, пенсионеры живут с нами. Поэтому никого не продаем, не дарим и не отдаем. До самой старости. Скоро вот Асеньке 14 лет исполнится. Будем поздравлять с днем рождения. Так. Все у меня опять куда-то в разные... А, яблочко едим, да. Федерико кушает яблочко. У нас, видите, как здорово. И погулял, и покушал витаминки. Да. Ну что вы напали? Бело-шоколадный Федерико Феллини и кремовый
розовенький, как поросеночек. Вот тоже парень не злобный, не конфликтный. Вот его достают, а он даже не огрызается. Малявка Услада. Услада тоже полностью готова к продаже. Девочка абсолютно не крупная, не тяжелая, не огромная. Очень ласковая, очень веселая, энергичная. Вот полностью готова к продаже. Так, стоимость вот этих щенков сразу называю. Она не менялась и не меняется с момента открытия их для резервирования. 120 тысяч рублей Федерико Феллини, Феликс Фаберже и Услада. Если кого-то интересуют щенки подешевле, есть щенки по 50 тысяч рублей. Это вот как раз-таки те самые крупные мальчишки, которые сейчас уже переросли раза в два наших красавцев Феликса. Вот рядом Яночка валяется в яблочке, ну молодец. Вот он какой Феликс, вот яблочки. Яблочки обычного размера, не грандиозно огромные. Он меньше нашей Дуси. Два парня, вот скажем, я не назову их миниками по весу, потому что они имеют крепкий костяк, широкую грудь, широкую спину, объемные породные головы. Но по размеру я могу их смело назвать миниками. Они гораздо меньше всех наших собачек, которые стандартного веса и размера. И больше их вес и размер не изменится. Роксолана с нами остается. Давно не показывала вот братишек вместе. Раньше мы часто делали видео о братьях. Два брата уже переехали в новый дом. А вот этих почему-то не замечают. Несмотря на то, что, на мой взгляд, самые красивые. Был еще шоколадный Филипп Фаворит, красавчик. Фу, к Зевсу уехал. И Фараон, но он был такого же окраса, но он крупнее был. Ушки мы им поставили. Все, Тришка наша шоколадка. Так, да что вы тут в яблоках-то валяетесь, господи. Вот, по 50 тысяч есть крупные мальчишки. Маленького возраста, которые еще пока вот не готовы к продаже. Поэтому делаю акцент на тех ребятах, которые хоть сегодня приезжайте, выбирайте, забирайте. Вот они, обучены, приучены. Обратите внимание, предыдущее видео про лайк, которым 5,5 месяцев. Лайки все нашли себе новых хозяев, но мы сегодня показывали видео, как они без поводка себя ведут на улице, когда мы с ними гуляем по деревне. Абсолютно адекватно реагируют на команды, ну, в силу их возраста, скажем прямо. Вот, откликаются на кличку и подходят по команде к хозяину. Брюс, конечно, у нас балбес, но это проходящий, он взрослеет, так что у него все впереди. Таечка вот уезжает скоро в новый дом, она в резерве. Мне уже не стыдно сказать о том, что мы собак воспитали, приучили. Достаточно социализированные собаки. Кошки им не нравятся. Ну, они охотничьи, они от рабочих родителей, поэтому поймать кошку – это в крови, что называется. Вот оно, красота. Вот не хочу его продавать никому. Добрейший пес, без всяких конфликтов. Красивейший пес. И вот его брат. Есть, ребята, индивидуальные видео закреплены в сообществе на канале нашего питомника Мари Мистик в Ютубе. Закреплены индивидуальные видео всех щенков, открытых для резервирования, готовых к продаже. В видео указывают цены. И, собственно говоря, когда мы кого-то продаем, кто-то уезжает в новый дом или снимаем, ну, с продажи вставим в резерв маленьких щенков, я эти видео сразу убираю. То есть там нет ложной информации, там все актуальные видео по продаже щенков в нашем питомнике. Потому что ежедневно спрашивают, пришлите фото, пришлите видео того, кто находится в продаже. Все уже есть. Я понимаю, что надо периодически это все обновлять, и я это делаю по мере силы возможностей и погодных условий. Люська, блин. Спрашивали, где собачка в крапушках? А вон она промчалась. Сейчас, если сделает круг назад, увидите собачку в крапушках. Вот такие молодцы. Ждут мамы, пап в нашем питомнике. Не буду делать длинное видео. Я устала уже сидеть сутками в интернете. Ноутбук у меня скоро развалится. Нимфа Найджел готова полностью к продаже. Кастрирована до первой течки. Адекватная. Выросла на природе и свежем воздухе. Так же, как у Слада. С ежедневными прогулками. Да, в грозу не гоняем мы их писить на улицу. Они дома ходят на пеленку. Да, отстаньте вы от этих яблочков. Все уже извалялись. Так, ну ладно.
Тесонька наша пенсионерка такая, скажи, я, скажи, пенсионер. Где тут, скажи, пенсионер? Я, скажу, тут пенсионер. Ну, покажи, какой у тебя моська. Покажи, какой у тебя моська. Ребята, чего ждем? Смотрите, какие шедевральные парни вас ждут. Вот такие вот, скажи, вот такие. Скажи, забирайте нас домой. Мы уже полностью готовы к продаже. Точнее, к переезду в новый дом. Социализированные, доброжелательные, неконфликтные. Два парня. Вот, скажи, яблочки мы кушаем с удовольствием, да. Ой, все, пойду загружать для вас, дорогие друзья, новые видео о жизни наших питомцев. И увидимся на канале нашего питомника в новых видео. Если вам интересно наблюдать за жизнью наших питомцев, оставайтесь с нами. Всего доброго и до новых встреч. Подписывайтесь в Яндекс.Дзен. Желаю всем хорошей погоды, отличного настроения, теплой, красивой осени и крепкого здоровья. Всем, всем, всем.